Это был в мае на рассвете, нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл пустой. Куски свистящего металла, смерть и муку сияли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом. Осторожно вывел из огня, скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине праздничную дату возвели, чтоб стоять в веках памятник советскому солдату. С девочкой, спасенной на руках, он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, защищает мир на всей земле.